Выставка «Праздник в душе» начала работу в художественном центре. Открытие украсили выступлением народного хора. Впрочем, национальные мотивы не единственное, что может предложить своим гостям выставочный зал. Экспозиция представляет собрание из 300 работ в самых разных техниках. А участие в ее создании приняли почти 50 художников. Мастера разных возрастных групп, начиная с детей, от 6 лет и до бесконечности. И у нас даже и работы, вот можно видеть мастеров, здесь и молодые уже люди, и люди за 40 мастера есть, да, и более старшего возраста, 60 и 70 лет, они выставляются все с большим удовольствием, и работы совершенно у всех разные, отличаются, хотя техники могут и повторяться, да, но работа у каждого мастера своя. Ангарчане могут ознакомиться с трудами талантливых земляков до начала ноября.